гости, родители, друзья, все, кто здесь присутствует на нашем празднике, пожалуйста, на паузу поставь. Мы нашей группой подготовили небольшой, ну как небольшой, на 9 минут видеоролик. Внимание на экран. Небом подскажет, как тебя защитить. И ночью писать, это так эффективно. Мой сон пропал, все из-за кофеина. Верю в тебя, все преодолимо. Теперь ты моя, до утра половина моя. Поздравляем вас с этим замечательным праздником, с последним звонком. Эти 4 года пролетели для нас незаметно, и они, пожалуй, были самые счастливые за все время обучения, за все время, что мы находимся в сфере образования. Я за эти годы обрела верных друзей. Но все эти девочки, которые стоят со мной на сцене, они не просто мои подруги или одногруппницы, они стали мне как сестры. И вот я сегодня заметила, выходят ребята, поздравляют. И как вас вроде всех в университете вижу, вы тут такие красивые. И вот я начала вспоминать, как на первом курсе, с кем там танцевали девчонки сидят. И много моментов не было, когда черкис говорил, я чуть не расплакалась. Мы просто живем в этой общаге, надо красиво говорить. Мне горько расставаться с вами, но я знаю то, что эти 4 года для нас зря не прошли, и что в жизни мы все с вами встретимся. Лида, привет! Извините. В общем, спасибо вам большое. А, да. Мы нашему любимому институту дарим подарочек. Аплодисменты, дорогие друзья. Просим группу 07-941 сделать шажочек назад и остаться, конечно же, на сцене для торжественного награждения наших выпускников номинации «Золотые голоса». Приглашается Эрженна Владимировна Будаева. Здравствуйте. Эрженна Владимировна, я даю вам микрофон. Вы теперь уже у нас выпускники. Моя любимая группа. Я вас выпускаю. Мы все слышим. Мы все слышим здесь. Да, у вас много кураторов. Выпускаю я. Желаю вам успешно стать. Богдановой Алине. Громакиной Екатерине. Сыпиковой Эржени. Все пришли, да? Все пришли. Да, все. Сегодня кого больше не съем, да? Видеосъемку включайте. Опустите шары. Опустите шары. Опустите шары. 3, 2, 1.